подпишись на мой телеграм-канал Dom Games. Ссылка в описании. Всем хайошки, ребят, Dom Games. И сегодня у нас будет спуск на рандомных тачках. Но я установил один мод. Англичане поймут, что это за мод. Или люди, которые умеют читать. Я надеюсь, вы его уже поняли, где он находится, новый. И у нас будут рандомные тачки. И на них я должен буду спуститься. И потом я покажу вам особенность этого мода. Да, ребят. Нам нужно просто аккуратненько спуститься. Сложности ноль. Можно было бы сказать. Просто спуститься аккуратно. Кто это не умеет делать? Да, надо еще в конце успеть затормозить, то будет плохо очень. Очень плохо в конце будет, если я торможу. О, вау, больно. Это было достаточно больно. Но это не супер, все не супер, это больно. То есть мы после этого прекрасно живем. Все, я начинаю тормаживаться, потому что нам не надо улететь куда-то. Давай побыстрее, немало. Тормозись. Разгоняйся. У меня плоти тут охуе. Да сейчас съедем отсюда аккуратненько. И вот здесь уже покажу вам. Вот смотрите, вот у нас там покорёжено немного, все такое. Я нажимаю Repair Vehicles, и все, стоп, стоп. Не трогаю на это, прям завод. Это прям заводская штука, вот это мы не берем. Ой, семера битая, битая, семера битая. Ха-ха, еще должна быть. Не битая, не бита, не крашена в России не бывает. Варен. То есть, что там, ошибка или опасность? Или опасно? А, не знаю, а мне без разницы. У меня сейчас двигатель откинется. Хорошо, будем честны. Он сейчас все уже. Я прям просто жму газ в пол. Давай попробуем не так. А все, у меня типа уже. Этот мод, чтобы вы понимали, не чинит подвеску, не чинит колеса. Он чисто по внешней чинит. И сейчас, я думаю, даже просто нет смысла что-то чинить в ней. Ну, конечно, починим в конце, чтобы получить что-то было с ней. Ну, типа тут полоть, чинить-то нечего. Тут двигатель в минус, все такое. Тут болоть, чинить нечего. Еле еду, у меня двигатель трясется. Я уж там нет никакого двигателя не было. Ну смотри, немного говорят, помялось. Vehicles repair. Подожди, сейчас попробуем помочь этому моду все-таки. Это мод, это не искусство, это прекрасно должно быть. Чинимся. Чинимся, я сказал. Ну, примерный стол. Примерный только. То есть там все было лучше с первой тачечкой. С фордиком все было изи-пизи, ладно. Сквизи, ты что такое? Ужас. Хорошо, что это бинковская тачка. Я это точно знаю. Это ребенка, пускай точно знаю. Я не. Вот это будет очень имбовое. Очень имбовое. 4-4-4. Давай, смотри. Что тут нужно ставить? Нам нужно оффроуд, потому что он уже у нас стоит. И все. И поехал. Наваливать. Это тоже будет так же легко и удобно, как на этом. Это Defender, потому что у нас он очень хайошный, очень прекрасный.
Что будет, если я вообще возьму ру и VR-шлем? VR-шки у меня нет, руль есть, но правда он очень старый. Сейчас я что-то предсказываю, что будет судьба Жигулей. Да, судьба Жигулей. Класс, еще раз сбился. Да, попробуем починиться хотя бы. Но если уж не доехали, то нужно попробовать починиться хоть. Мы уже никуда не поедем. У нас чисто подвеска минус. Ну, хоть это было бы легкая победа, если бы я нормально выводил. О, девяточка, прекрасно. Обожаю девяточки. Прям красивые, если. Еще напишите, откуда вы знакомы с девяткой. Ну, вы. Чисто когда первый раз узнали, что такое есть у вас. Откуда? Типа, кто вам это рассказал? Вот сейчас будет опять судьба Лады. Да, все, это минус. Ну, сама этот сломался, как называется. Привет. Да, вроде. Ну, вроде пока привет нам жить не мешает. Потому что мотор едет на все остальное. Porsche ж будем считать, да? Все остальное хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Все, у нас просто все сломалось. Что, давай попробуем починиться. Конечно, это без шансов. Тут починка, она никому не поможет. Тут чисто нет больше половины машины. По логике, давай repair vehicles. Не, ну, то есть, вот оно выпрямляется, но типа она не делает подвеску. То есть она не делает. О, Subaru, кстати, мощный очень. Обожаю субарики. Еще мимички у меня такие прикольные они. Опа! Какой прирочек сделал. Так у него подвеска очень низкая, потому что это уличный тюнинг, а она еще очень сильно скачет. Ой-ой, тут будет судьба Лады, судьба Жигулей. Да, похоже. А это спуск без тормозов, так что газа я не буду нажимать, потому что двигатель может умереть, а я не хочу. Я хочу, чтобы мы починили чисто на 100, типа, и уехали обратно. Чисто 218 км в час EDP. Я просто газ не буду жать, я просто буду кайфовать. Честно, там стекло даже, я думаю, хорошо будет. Ну, даже с разбитым стеклом и так прикольно. Субару. Все равно, собственно говоря. И после этой палки тормоза испытываем. У нее АБС-ка работает. Смотри, тут только немного поломано. Так что нажимаем Repair Vehicles. И получаем почти сток. Да, все, сток. Лютый. Это лютый сток, ребят. Вот я сейчас еду на стоке, на стоке. Вот как будто ничего не было. Тут, конечно, не серьезно здесь все. О, некрасивый Porsche. Ой-е. Drive Mode Sport. Дай силу мне не умереть от лица этого парня. Да и нормально рулить. Я вообще меньше, чем Лада проехала. Тут прыжки начинаются на нем. Все такое, сейчас подпрыгнем. Бям, говорил же. Он подлезает. 300 км в час, ты чего? Он еще может куда-то ехать. Он летит буквально. Он без спойлера бы сейчас улетел очень далеко. А-а-а, нет! Порш! Порш разбился. Наш аж не удержал. Не удержал. Не удержал, ребят. Нет шансов выжить. То есть как шансы выжить есть, только они это очень малы. Хотел сказать, туда же не чинится ничего. Ну, а что, нормально, более-менее.
Конечно, Порш не проехал по какой-то причине. Из-за прыжков у него подвеска какая-то плохая. Ой, желтенький щерончик. У него будет плохо все из-за большой скорости. Его будет чисто люто заносить, и вот эти прыжки будут. Я уже чех словил. Даже не чех, наверное, да. Или ударный чех. Ну, чех, короче, словил точно какой-то. Я чисто ударился до такой степени, что у меня чех появился, вы понимаете? Вот насколько это большой удар был. Вот здесь Порш не проехал за прыжков. Аккуратно! Где твоя эта задняя штука-то? Да я тебя в сток починю, не боись. Едем 300. Давай сейчас потормозим. По тормозам жмать. Нажимаю по тормозам. Не затормозили. Мне получилось затормозить очень большой удар. Но, извиняюсь я, у нас в сток, почти сток стоковый. Я не понимаю, почему стекло, правда, не выжатое. Я не могу выйти, у меня буксует машина очень сильно. Я Бугатти забуксовала, ребят. Класс вообще, крыса. Фу, слава богу, что я на этом реально не поеду. Ну, то есть Бугатти смогла, но у нее там были повреждения несовместимые с жизнью. По-моему. Несовместимые с жизнью и человека, и машины. Скорее всего. Но здесь есть шанс. Просто из-за достаточно большой, не маленький подвес. Типа он не трется пузом, у него все вообще иди-пизи. Опа! У него подвеска вообще идеальная. Идеал. Что-то я думаю, я могу не получить ни одного удара. Ой, нет, что-то сломалось все-таки. Все-таки что-то сломал я. Опа, 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 опа. Типа, па-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 па. Типа у тебя и масляное голодание движка. Пошло дело. Нет, что-то все равно у меня сломалось. Точно тебе говорить могу. Да, что-то у меня случилось с колесом там вообще. Ну, есть что починить, собственно говоря. 250 километров в час много очень. Давай надо тормозить заранее, а то убьешься. Хотя у нее хорошая тормоза, слышишь? Она бы на песку затормозила за несколько секунд. Короче, вся морда в хлам. Но! Завод. Зад. Почти завод. Да, реально, назад почти забыл. А все, до свидания, а я обратно поехал. А у меня все хорошо, а я ехать могу обратно. Эй, у меня еще что-то с колесом. А я ж обратно сейчас заберусь наш. Двести в гору, ты че? Ой, что-то сломал. Придется опять чинить. Ну ничего. А, ну я сюда не перепрыгну. Тормози, Порш! Порш не успел. Так, подожди, так я бы... А я уйду. Я сел на мель. Ну все, это прекрасный Порш. Он справился. Тем более вы бы не знали, как он справился. Прекрасно, то есть вы знаете. Не, ну это прекрасная машина. Волгарь! Может, типа, все хорошо. Я просто отдыхаю. Это Волгарь же, типа. Он же, это ж очень дорогая машина в российском автопроме. Я чисто от первого лица сейчас еду. Кайфы. Какие кайфы. Ой, как хорошо. Едем. Тут немного, знаешь, починить только бампера и движок. Движок мы не починим никак.
Вампира Мора. Мы 108, больше 180 едем. 200! У меня такой максималки нет. У меня просто уже заел спидометр такой скорости. Тормозим, тормозим. У меня колеса уже не крутится, она просто чистая. Ну да, тут есть что починить. И, кстати, стекло, но текстуры надо убрать. Давай, все. Я обратно тоже могу ехать по логике. У меня все хорошо по логике. По логике, а у меня вообще изи-пизи ламинскрит. Ой, боже, Икарус нам не нужен. Давай по приколу просто, ну посмотреть, что это, что он сможет. Уберонный автобус. Ну а бы что сможет? Я думаю, он сейчас вот это даже не перелезет. Нет, перелезет, конечно. Нет, того было. Мы накатом летим, у нас двигатель сдох даже. Я честно, 300 км в час накатиком. Ля какой, ля какой. Газу, опа. Опа. Все, все, хана, хана, автобус. Автобус перевернулся, еще. И сдох. О, подожди. Так это все идеально. Я сейчас его починю и будет все и ловить. А, у меня все нестабильные симуляции. О, 918 кайман. Какой 918? Это просто кайман. No texture, очень много no texture. Каймане. Немного прыжков. Без прыжков никуда. Еле-еле Еле-еле. Перепрыгнули. Мы пока только несколько машин, прям в сток вернулись. У меня подруливающая. У меня подруливающая включилась. Ребята, у меня привод сломался, прикинь, а. Жалко, жалко очень. У меня чисто колесо подруливающее появилось. Хотя хорошая машина была. Да не нужна мне эта крыса, заткнись. Ну и тот 11 хороший Порш, кстати. Очень дрожит все такое. А я дрожу. Давай, едь! Порш не доехал. Пока, прощай, будем тебя помнить долго и счастливо. Интересно, куда он долетит и сможет ли он. Ну, просто такое никто не починит. Давай даже попробуем его починить, но по логике, просто по приколу. А, ну чисто полодите уже не починится. Странно, очень хорошая машина. О, дрифтовый без мотора, бомба. Ох, грязный. Коп, у нас уже была жига, это вообще бимковская. Тоже бимковская. Еще одна бимковская. О, ну не бимковская, GLE, сток, какой-то там, каршеринг, то есть это самый, а, у него, я, кстати, ненавижу этот, но за то, что у него руль, он сам рулит влево, почему-то, какой-то причине по левой, он сам влево клонит, левая причина, влево он рулит, понял. Да у меня все хорошо, да не прикалывайся. Я вот даже на нем, вот если он такой вот левокосящий, я испытаю эту ямку. Опа! Вот говорила же, на этой эту ямку лучше не перепрыгивать на нем. Ну ни на чем лучше не перепрыгивать эту ямку. И он не очень не быстрый. Ой, что-то тяжелое, знаешь, Бимкина. Угадал! Но он даже не быстрый.
Ой. Ну это Бемхена, но она будет чисто слишком читерной. По-моему. О, Яндекс услуги, Яндекс такси. Веста, Веста. Это не Лада Веста, ребят. Это что-то с чем-то. Это что-то, что можно разбить. Это что-то, что там какая-то шишня летит. Вспомнил музычку, которую я делал миллион видосиков. Тут Веста едет, как это, как прошлая тачка. Какая прошлая тачка была, я уже забыл. Опа. Ну почему? Ну, давай быстрее, все окей. Изи пизилай, ну сквизи у нас. Тут Веста едет, как GLS. GLE. Ну едет, ну не доедет. Ну типа хорошая машина была. Если сейчас ее починю, то... А, все, имба. И тут колесо вот только мешает. Я его сейчас вырву, попробую. Иди, попался, все. Без колеса вообще никуда не поеду. А и второго нет. Ой, сколько у нас там? Сенна, Дероид. Детройт. Опа! Давай, лазо. У меня все пока хорошо тут, типа, ничего не случится особо сильно с этой сеной. Да! А, не случится. И в попу сена. Сена разбилась, сена разгорелась. Одну, ну, сена, он уже, типа, горит. Давай последнюю какую-нибудь тачку возьму сам я. Какую-нибудь интересную, правда. Цешка, цешечка, цешечка. Какая-нибудь рестайлинговая, да? Надеюсь, это не тот, который, у которого все это будет плохо. Давай, еще я сейчас проеду на изи. Это ж цешка все-таки. У меня даже навигатор есть по цешечной. Цешечный навигатор. Нам сейчас налево, а потом обратно направо. И все, и у нас все хорошо будет! Будет все хорошо! Ау, вау, 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 вау! Очень сильно что-то перевернулось дальше. Так, живи, живи, Мерседес, а у меня все. А у него там типа колеса все такое. Но будем считать, что он типа... доехал в кавычках. Ну все, и все, что ли? Ну давай последний. И все. Сейчас что-то интересное. Cherry Tiggo 8 Pro. Беру. Потом мне нужно вот из этой малышки делать нормальную малышку. В конфигурации я возьму, не догрузить. Черная версия. Прошечки, прошечка у нас все-таки, мы же профессионалы. И мы уже едем в сотку примерно. У нас даже нет экрана с навигатором, куда? Ну, велосипед едем, там ровный спидометр. Правильный. Не опять вспомнил эту музыку. А, Cherry Tiggo, живи! Я знаю, что он может. Ну, он мог, но я его не зарубил. Если не раз, даю. На 150 даже ехать, тем еле-еле. Оу, яу. Я
Я не знаю, что сейчас было, мне просто захотелось так немного погонять. Это 200, почти 300, под 300 гоним сейчас. Опа, вот здесь очень опасно ехать, прям больше не от первого лица лучше поеду. Вау, это что сейчас было? Так он доезжает на Иди вообще там с тобой. На Чили. На Сабоне. Смотри, сейчас заходим. Вот заходим, вот у нас вся попа разбита. Берем репайер. Вот у нас все хорошо. И все, я обратно могу ехать, у меня чисто там просто некоторых крыльев. Надеюсь, вам понравился этот видосик. Выпуск. Пишите, что вы хотите в комментариях. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой ТГ-канал. Это было в начале и будет сейчас. Всем пока.